Незабытая музыка. К 75-летию Великой Победы. Борис Терентьев относится к тем композиторам, которым Великая Отечественная война помогла открыть новые грани таланта. Его творческая биография начиналась вполне традиционно. Московская консерватория, затем ряд сочинений в академических жанрах. На фронт Терентьев ушел добровольцем в первые дни войны. 4 огненных года он прослужил на Северном военно-морском флоте, принимал участие в боевых походах и сопровождал караваны морских транспортов с союзнической помощью. Война сделала песню самым востребованным музыкальным жанром и превратила Бориса Терентьева во флотского композитора. Когда автор находится в самой гуще событий, его произведения наполняются вполне конкретным содержанием. «Морское сердце», «Балтийская баллада», «Песня об Ушлате», «Тельняшка», «Огненные годы», «В бой идут матросы» — эти песни посвящены жизни военных моряков, их будням и их подвигам. Свою, пожалуй, самую известную песню об Ушлате Терентьев написал на стихи Николая Флёрова. Поэта восхищала краснофлотская традиция в любых обстоятельствах не расставаться с бескозыркой, тельняшкой и бушлатом. Получилась простая, сердечная, очень мужественная и лиричная песня, которую чрезвычайно душевно приняли на флоте. Советский композитор и дирижер Борис Александров про такую музыку говорил, что она бьет без промаха. Много позже выяснилось, что еще во время обороны Москвы эти стихи поэт показывал другому композитору. Война развела соавторов и внесла путаницу в творческий процесс. В результате песня об Ушлате получила 2 варианта мелодии. Один – популярный, а другой – первый. Поговорим с тобой наедине. Ты был со мной в боевом дыму огне. Ты видел Севастополь, ты знаешь Ленинград, мой славный морской бушлат. Хочется рассказать еще об одной военной песне Бориса Михайловича с удивительной судьбой. Технически музыка песни «Дни проходят» на слова поэта Ильи Финка была написана до войны. Однако ростовские ребята придумали к ней другие слова, чтобы увековечить подвиг своего друга Вити Черевичкина, который из захваченного гитлеровцами города отправлял нашим частям донесения о расположении вражеских батарей и штабов с помощью почтовых голубей. Песня стала называться «Голуби». А спустя еще некоторое время группа спортсменов-альпинистов, водрузившая на Эльбрусе советский флаг вместо фашистского, сложила новую песню о битве за Кавказ и опять на тот же мотив довоенного терентьевского сочинения. Под последним названием «Баксанская» эту песню знают и помнят сегодня. В послевоенные годы композитор нашел себя в жанре оперетты, но с песнями не расставался никогда. Всего их было написано около 200. И, конечно же, морская тема была главной и любимой. Связь с балтийцами Борис Терентьев хранил до конца своих дней. Программа подготовлена фондом Тихона Хренникова при поддержке Фонда «История Отечества».